Вот так рукопожатием скрепили союз банкиры и нефтяники. Сегодня банк РБК открыл кредитную линию для Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Отметим, общая сумма финансирования со стороны банка модернизации трех НПЗ Казахстана составляет почти 753 миллиона тенге. Техническое и технологическое обновление нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности Казахстана с расширением производственных мощностей является частью мандата Банка развития Казахстана. Конечным результатом модернизации нефтепереработки станет качественный переход всей отрасли на выпуск нефтепродуктов, соответствующих мировым экологическим стандартам, а также повышение энергетической безопасности Казахстана. Модернизация и реконструкция Шымкентского завода реализуется в два этапа. При этом первый уже на стадии завершения. Сейчас здесь ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить уже к июлю 2017 года. Данный займ направлен на реализацию проекта реконструкции и модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Данный проект у нас реализовывается в два этапа. Первый этап, оба этапа активно на сегодняшний день, значит, ведутся все работы по этим этапам. На сегодняшний день у нас, вкратце скажу, что в текущем году к 1 апреля мы завершили, обеспечили механическое завершение первого этапа, это строительство комплекса изомеризации и объекта ОЗХ. То есть комплекс изомеризации, механическое завершение было к 1 апреля. И с 1 апреля, соответственно, мы приступили к мероприятиям по пусконаладочным работам. Второй наиболее сложный этап модернизации позволит увеличить мощность завода до 6 миллионов тонн нефти в год. Он включает в себя строительство комплекса установок каталитического крекинга для глубокой переработки нефти мощностью 2 миллиона тонн в год с получением высокооктановых моторных топлив.